Нобласт, ты не пойдешь, точно. Давай, Няшер, короче, первый портал. Нир второй. Норик третий. Плэгью четвертый. Мера Маранди, давай в ДД. Здесь одного танка справимся. Так, Плэгью четвертый, Маранди пятый. Марс шестой, я седьмой. Найс, шаман восьмой. С нами пойдет. Блядь. Танчит, что нашел? Молоко танчит. Получается, всех радов танчишь в центре и потом уже на последней фазе. Типа. Так, Найс, какой я тебе сказал портал у тебя? Восьмой. Лекса девятый. Не, Крадеуч пойдет с нами. Крадеуч? Ну, это так и думал, в принципе. Ну, Крадеуч девятый. Клеркас десятый, тогда нам хватит хила там одного. Все знают, где и как порталы расположены? Типа, если нет, то посмотри в Дискорде. С Дискорда, и вот Raid Info можете открыть сразу. Там есть портал. Блять, у меня какой портал? АХЗ. В рейде не линкнули 1, 5, 7, 9, 10 не линкнули. В Дискорде, да, это самый Raid Info называется, и там второй пост. Напишите все сейчас, у кого какой портал. Просто цифру поставьте все. Мы все, конечно, поставим, но я, походу, седьмой, да? Седьмого и десятого нет столько. Ну, десятый — это Краделька вроде. А, Краделыч девятый. Клеркаст десятый. Клеркаст десятый. Ну, получается... У тебя седьмой. Блядь. Ебучий портал, ладно. Все, все посмотрите. На большое щупальце мелики вообще не подходят. Ну, там каст надо сбить танку, да? Какой-то. У большого щупальца. Подойти просто, ударить, отойти сразу. Да, и мелики вообще, да, больше, кроме танка, никто не подходит к большому щупальцу. Удушающие сразу выбиваем. Кого удушающий берет, сразу все свечимся туда и выбиваем. Средние мы будем мелики ходить заливать. Будет нитка на вас, надо сбежаться будет, вы увидите, там, типа, у вас будет связка между двумя персонажами. Типа, надо сбежаться. Если нитка будет на челике, который в портал заходит, и тот, который остается, это с ним надо просто добежать до портала, и получается, как он в портал запрыгнет, с вас нитка спадет. В лучах не стоим, естественно. Будут зеленые лучи появляться вокруг. От них надо, блядь, держаться подальше. Будет кидаться дебаф, будет вешаться череп, и все от черепа сразу же отбегаем. Иначе по всему рейду пойдет. Естественно, все диспелим, паладины, шаманы, все диспелим, все, что видим. Мы сейчас все мелики идем в центр, РДД стоите по кругу. Ну, держитесь в куче, в зеленые лужи не заходим. Пока кто не скажет, типа, не надо там докастовывать, лучше каст прервать и отбежать. Зеленую лужу будет спаунить мобов, и чем больше наспаунить, тем будет хуже нам. Все, так, босс изи, ничего сложного здесь нет. На йога не смотрим лицом. В комнатах кто заходит? Короче, вот в комнатах кто заходит, получается. Давайте, кто в первой пати идете налево, то во второй пати мы идем направо. Шаман идет по центру, и хил тоже, естественно, Краделыч идет по центру. Шаман сразу идешь дальних заливать. Там тоже не смотрим на черепы, потому что будем терять санить. Если кто-то сильно санить потеряет, здесь есть зеленый луч. Вы увидите, он здесь по краю, короче, будет.
Типа туда можешь спокойно зайти, восстановить свое здравомыслие. И обратно бить. Когда будем бить йога, ну там все по команде, все отворачиваемся. Милики все будут бить мобов, ну там уже ничего сложного не будет. Вам скажу. Все, давайте арчи на пол. Почему няша где-то далеко? На первой фазе в уже не забегаем никто. Фаску выпили. Фаску выпили, все, милики в центр, РДД здесь вот, у берега ходим. За лужами следим. Косты сбиваем, мобам. Косты сбиваем, да. У одного можно вот это вот взять. Мили один зареспавнится. Кроме вот. Как раз там на зал сбиваем. Ну, блин, появился. Мощно выйдет. Забираем оба. Моб, РДД. На пуль хан, на пуль хан. Блядь. Череп заливаем сейчас. Блядь, ну, я не серьезно. Ебать, еще два моба. Ну, блядь, все таунты на КД. О, понятно. Давай два танка будем бить, блин, сейчас. Кто-то активировал на лужу, потому что много мобов. Да, да, много мобов. Очень много мобов. Вон еще и двое респаунится. Просто кто-то наступил, я думаю, да? Да, давайте время. Время терять не будем, давайте ложимся. Ка, можно скажу? Да. Ребята, из слов попадания в рейд, это знание стратегии. То, что я вижу, это полный пиздец. Ребят, алло, РДДшники, хилы, почему по лужам бегаете? Поставь метку на Войда, короче, холипала. Поставь на него звезду, пусть за ним бегают. Потому что один РД там в одном месте, другой в другом, типа, и ходит лужи этих тигр. Зачем? Все это я говорил сейчас. Поставь конкретно метку на этого холипала, потому что этот пацан знает, как играть. Пусть они за ним бегают. Что, ребят, все звездой бегайте, пожалуйста. Эти лужи, ну, проще простого уже нету, но ты видишь то, что лужа идет, ну, просто отбеги от нее. Здесь, поставь, типа, не надо здесь ДПСить, что-то такое делать, типа... Просто пока... метка, Сашка, метка просто висит. Да, поставили висит, уже, все стоит. Все хорошо. Здесь просто грамотно отыграть надо, и все, на этом боссе. Просто некоторые люди не знают, что вот они активируются по одному эти мобы, а если вы наступаете в лишнем, они начинаются по два активироваться. Ну да, один сам выходит, и потом то, что вы наступаете, вы, получается, вот спауните, вот как сейчас было, типа сколько мобов был. По сути, всегда моб должен 1-2 в центре, а не быть. А не так, все, хан тоже, если видишь, где-то босс в РДД ходит, Маранди, давай танк спекайся. У нас так ничего не получится. Маранди, какой портал у тебя был? Пятый был. Пятый, получается. Ну вот хан с нами пойдешь. Калант, у тебя пятый портал. Понял, услышал? Хант. Да окей. Смотри, где у тебя портал будет находиться. Почему? Бежишь по центру. В портале. Микрофон какой? Да, я тебя печатал. Там опять аккаунт перестрелкой.
Ну что там? Опечатал, опечатал. Кулаков что-то не вижу. Либо пул дайте. Лужи, ну вот это элементарно. Вот видите, эти зеленые лужи ходят на... Просто не заходите в нее. Не объясняй, если человек тупой, он будет попадаться в любом случае. Просто скажи, чтобы за звездой бегали, и все. Я всегда в мели играл, когда на РДД зашел, ну, типа, я, блядь, просто понимал. Погнали в центр, мелики все. Где-то не докастовал, отошел, блядь, подальше. Мелики тоже не заспавнить уже. В центре всегда стоим. Да, не надо бегать там, где-то выбегать там, напулить пытаться. Танк тоже аккуратно. Забираем оба. Далеко мы. Аст. Хант на пулевую, который дальние мобы. Не надо в метке все бегать. Вот это кто? Перегар. Кира. Чего там делать, Вадим? Мелимо будет сейчас. Клиркаст выбежал. Захил. Все уже. У вас сорвение Сара вешается, по-моему. Урон увеличен. Вот стоите там, видишь, лужи нет у вас. Все нормально. А, сбить. Моба забрать. Лужи подходят. Двигаемся, раздвигаемся. Два моба сейчас будет. Дальним на пол. Мили рейсинс тоже. Перебьемся. Быстрее готовимся. Побрать моба. Еще один моб, мили, РДД ток не... Все, вышли. Вышли. Ко всей куче вышли. Моба отошли. Милики добиваем и отходим. Отошли от него, отошли, отошли. РДД добивать. Все, держимся вместе, удушающие. Вместе держимся, не надо где-то там одному убегать. РДД пошлет. За звездой бегать, РДД пачка. РД большой щупальца бил. Мелики не походим в большом. РДД к большому тоже не подходим. Телепа. Удушающий приоритет. Выбивать сразу. Удушающий выбили, РДД все свечнулись. Маги могут скачок юзать. Воки портал. Черепа отошли. Отбежали все. Удушающие. Блядь. Удушающие выбили и к порталам идем. Кто там? Квадратик, куда ты побежал? А, блядь, ну к порталам идем. А, у тебя тоже, ну все, заходи. Блядь, мой зашли. Еще мой зашли. Черепа, отойди. Отойди от черепа. Еще, и куда? Сюда, 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 сюда. Большой, быстрее. У вас там еще два портала так-то. Порталы кто-то не заходит, хуй забили. Все же расписал, блядь, по порталу. Все, мозг идем бить, я скажу, когда выходим, будут порталы. С ППС, что тут тоже происходит, блядь. Че там на стриме, 100 человек, типа пиздец лаги, блядь. Угу. О, нормально стал. Так, заливаем 15 секунд. Нет, нет, у кого садитесь. Приготовьтесь, сейчас нам надо будет всем выйти. Выходим.
От большого сразу отходим. Ставим кучу. Ребята, я расписал порталы. Вы все позаходили, блядь, все, что видели, туда и зашли, блядь. Получаю удить. Там щупальца, удушающие. Порталы, 5 секунд, к своим порталам идем. Уже встали возле порталов. Очень аккуратно. Пати на проеба уйдет санити. У кого нет, садитесь. Задохнитесь собственной нет. Ну, захил. Трепещите, смертные. Конец близок. Блять, долго, очень долго. О, логи, ШП по бразильской системе клетчинга. Когда щупальца встанет, все бьете большое. Весь рейд большое. Как только стан проходит, одно слейте, которое лоу хп, там три, блядь, дебафы кастуют щупальца. Приготовили, скоро выходить. Выходим. Кому надо, сами посмотрите. Зеленый лучше просто зайти. Вообще про этот луч забыть надо, как будто его и не существует. Удушающий, выбейте меня, взяли. Тут три щупальца. Диспел по мне, да, я ланд сниму. Порталом идем с вами. Удушающий. Выбить. Ой, меня... Ой... Умираю, блядь. Чё, у нас хивание туда, походу? Умер я в итоге, на. Добивай, добивай. Так я сдохну. Так всё, живой иди. Кот, берни меня, клеркас, берни меня. Слева от тебя лежу. Пиздец, ебать. Ты можешь себя хилить в удушающем. Да пробовал шоком, не хочет он хилиться. Немножко добил, да, обычно можно хилить. Уходим скоро. Еще портал будет. Граделыч, у нас два трупа. От большого отошли сразу. Блаз Берни, Войт Лайта. Лучше что-то аккуратно, лучше. Здесь вам помочь надо. РДД, у вас два разлагающих еще сзади. Лайт, Берни. Удушающий. Выдавливаешь круги, залили. Быстро. Угу. Дожди спилится. Порталы. Большой отойдите. Делать, что ты заходишь в портал. Отбегайте от черепка. Выбейте удушающий. Все удушающие сыграли. Я умираю, бать. Блять, что за лаги, пиздец. Вот второй раз ему. Что там у мозга? 50% только. Выходим. Долго бьем, пиздец, долго. Плюс 4. Задохнитесь собственной ненависти. Задохнитесь собственной ненависти. Трепещите, смертные. Делать еще раз Берни, Войт Лайта. Жахающий. Выбить. Порталом идем с вами. Идем, меморанди проведем.
Диспельниц. Епа. Удушающую, быстро свич. Все свич на весь удушающую. Хорошо, еще пульс уже. Почти на ту сторону. Конец близок. Вот что, зергайте. Нам переводить надо вот сейчас. Что проценты? 40. 8 секунд, 7. Бьем. Уходим. Сука не дочекает, наверное. Идем среднее, заливаем. Перца там уже. Сбежались, нитка, у кого? Систем нитка. Квадратик крестик. Лучи аккуратно. Порталом идем с вами. Сейчас мы уже точно типа переведем. Удушающий. Понятно. Пусть потом здравомыслие пополнит, у кого-то уже меньше 50. Да. Что там по хилу? У меня хил, где хил вообще, блин? Большой щуп услышал, все его. Не, заливайте большое. Скажешь, Олег, как это на лоу будет? Мы переведем. Мозг не бьет никто сейчас. А как он такой появился? Ну, бейте пока, бейте. Спасибо, Ходи. Шаман, выйди, помоги им залить большой щупальц. Всем большое, кто бьет маленько. Большой приоритет. Нет, мы не бьем. Все, ну понял. Сейчас заливаем большое с напалом. Мелики не подходить. Идем в кучку ДД. Где вот мы бы отвернулись от йога. Пока добивайте большое, пока что щупальц. Отвернулись. Мобов, помогите залить РДД сейчас сначала. Дотать йогу. Отвернулись. Хант, отворачиваться надо, когда взгляд вот этот безумца. Все, можешь повернуться уже. Йог, когда кастует, надо отворачиваться. Великий, можете разворачиваться, только да, можно. Отвернулись. Да, чуть ближе к йогу мобов держи. Еще ближе, вот так. Вот так, да, нормально. РДД все босса бьем, отвернулись. Да, у нас берса через полторы минуты. Мы очень долго портал переводим. Кама, что был, не командуешь? Под конец. На 25%? Сейчас можно. Давай БЛ, ну типа мы не успеем. О! Контроль ушел, пацан. Да, заубили его. 13 миллионов. Сорок секунд. Ну это реально минус комната хотя бы. Да, я не понимаю, у нас за хил там не хватает от вот от ресурсов.
Картинку просто не все посмотрели. По порталам, да. Доносит. Каждый должен уже стоять перед порталом, как вот он появляется, сразу заходим, блядь. Нам даже сказали, где эта картинка есть. Вернулись. Все, давай. 8 миллионов. Быстрее надо в комнатах просто, типа, мы на плюс 0 быстрее переводили комнаты, чем сейчас плюс 4. Ну это да, я сам стою тоже. А что там в комнате? Только одни милики или РДДшки тоже есть? Есть у нас РДДши, мап. Может они какие-то слабые? Ну есть вариант... Да нет. Ладно. Кому-то кроме приставишь надо идти? Давайте человек, кому идти надо, нет, нажимаем. Че, мы сколько, еще полчаса, да? Да, да, да. А, че, ну, че это за... Да я че, погодите. Да, тоже людям идти, короче, надо. А если будет допронос, в какой день? Вторник, среда, да? В среду. Угу. Все тогда, в среду собираемся. Всем спасибо. Ну, спасибо за рейд. Есть же кама, брат. Thank you.